Теперь нам нужно, естественно, нарисовать ему кадык, ведь он же мужик. Всем, всем всем привет, ребята, вы на канале Пиу-Пиксели с вами, как всегда, Андрей, и сегодня, ребята, я буду рисовать Гоку из Dragon Bells. Кстати, я ни разу не смотрел это аниме, но сам персонаж мне очень сильно, присильно прям нравится, он очень крутой. Это будет один из самых моих больших пиксель-артов, он, ребята, будет очень большой, будет занимать 55 клеточек по вертикали и 38 клеточек по горизонтали. Это формат примерно а 4. Я для этого взял вот самый-самый такой вот большой альбом, можно сказать. Кстати, ребята, в этом видео будут еще спрятанные пасхалки в вот такого вот прикольного крутодейшего смайлика. Кто посчитает, сколько этого смайлика в этом видео, тот и попадет в следующее видео. Так что, ребята, считайте и пишите в комментариях правильные ответы. Все попадут в следующее видео. Альбом идет у меня в клеточку вот такую вот. Да, кстати, ребята, если вы хотите видео, чтобы выходили почаще, то обязательно ставьте лайки. Ваши лайки меня всегда мотивируют на новые видосики. Также ставьте ваши лайки. Если это видео набирает 500 лайков, то я сразу же приступаю рисовать новый крутотейший видосик. Ну что ж, ребят, ну я приступаю рисовать самого Гоку. Я, наверное, с середины вырву вот такой вот двойной листик. Вот так вот. И в нем и буду рисовать. Еще раз повторюсь, наш рисунок занимает 38 клеточек по горизонтали и 55 клеточек по вертикали. Я беру сразу же черный фломастер и сразу же ставлю вот тут вот. Одна клеточка тут, а вторая клеточка будет тут стоять. В бок пойдет две клеточки и еще две клеточки. Да, ребята, если вы вдруг за мной не успеваете, то обязательно нажимайте на паузу, дорисовывайте и продолжайте рисовать вместе со мной. Но я, естественно, ребята, продолжаю. Вот тут вот, ребята, от этих двух клеточек, прямо от крайной клеточки, сверху отступаем 9 клеточек, но их мы не рисуем, просто считаем. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. На десятой клеточке ставим одну и вторую клеточку. Вот так вот. Теперь пойдет две клеточки. Тут одна, вторая и третья три клеточки. Теперь на низ пойдет две клеточки. И еще две клеточки пойдет. И тут вот отсюда вот от этой клеточки прямо на низ четыре клеточки. Получается одна, вторая, третья и четвертая. Есть. Теперь вот отсюда одна клеточка, вторая и третья есть. Теперь тут на низ две клеточки и еще две клеточки на низ. Теперь, ребята, вот отсюда вот пойдет 8 клеточек на низ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут ставим две клеточки, тут поставим еще две клеточки и на низ семь клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично, есть у нас. Теперь на низ три клеточки. Раз, два, три. Тут поставлю одну клеточку и в бок пойдет раз, два, три. Тут поставлю две клеточки и лесенкой пойдет семь клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь клеточек есть. Отлично, ребят. Если вы вдруг за мной не успеваете, то опять же повторюсь: нажимайте прямо сейчас на паузу, дорисовывайте и продолжайте рисовать вместе со мной. Пока я тут ручку не, не держу. Тут ставлю раз, два, три, тут ставлю одну клеточку. Тут поставлю еще одну клеточку. Тут поставлю раз, два, три, четыре, четыре клеточки. Тут пойдет раз, два, две клеточки. И тут поставлю так вот: раз, два и тут одна. Получается раз, два, три, буквой Г. А тут поставлю одну, а тут вторую. Теперь, ребята, приступаем рисовать вот отсюда, вот от этой одной клеточки. Тут поставим раз, два, две клеточки. Тут поставим одну клеточку. И вот от этой клеточки в бок 10 клеточек. Только смотрите, ребята, внимательно. Одна, ну мы вместе с ней считаем. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. 10 клеточек у нас точно есть. Теперь наверх пойдет 1, 2, 3, 4, 4 клеточки. Тут поставлю одну клеточку. И тут поставлю 1, 2, 3, 3 клеточки. В общем, ребята, я все это начинаю закрашивать. Если вы вдруг со мной не успели, то прямо сейчас нажмите на паузу и начинайте закрашивать вместе со мной. Но ну, а я приступаю все это дело закрашивать, естественно. Поехали. Вот такая вот уже часть, ребята, нашего гоку готова. Теперь я беру от этой клеточки, вот отсюда вот, будем рисовать наверх 8 клеточек. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут теперь наверх пойдет раз, два, три, три клеточки, тут пойдет две клеточки, тут пойдет еще две клеточки, тут пойдет 1, 2, три, три клеточки, три клеточки, и давайте еще добавим еще три клеточки, раз, два, три. Вот так вот. Получается тут в ряд будет идти шесть клеточек. Тут ставлю одну клеточку, тут еще одну клеточку поставлю. Тут поставлю еще одну, тут еще одну. В бок пойдет две клеточки, тут еще одну поставлю. И тут еще одну клеточку тоже поставлю. Теперь на низ тут пойдет две клеточки, вот так вот. И вот так вот полностью на низ пойдет уже от этой клеточки 12 клеточек прямо на низ. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. 12. 12 клеточек готово. И сразу же тут семь клеточек на низ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот такой. Вот. Семь клеточек тоже готово. Тут поставлю раз, два, три. Пропускаю одну клеточку и ставлю еще одну клеточку вот тут вот. Теперь в бок пойдет две клеточки. Тут поставлю тоже две клеточки. Тут поставлю одну клеточку. Тут тоже одну клеточку. В бок две клеточки. Снизу тоже две клеточки. Тут одна клеточка. И на низ четыре клеточки. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Есть. Тут поставлю раз, два, две клеточки. И в бок пойдет восемь клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь клеточек восемь. готово. Тут поставлю одну клеточку и наверх две клеточки. Раз, два. Вот так вот. Тут поставлю еще одну клеточку. Вот тут. Тут поставлю еще одну клеточку. И вот так вот пойдет. Раз, два, три. Три клеточки. Теперь тут поставлю две клеточки вот таким вот образом. Тут поставлю одну. Тут еще одну клеточку. Тут пропускаю одну клеточку. Ставлю раз, два, три. И тут ставлю раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть клеточек. Ставлю тут одну еще и еще одну клеточку. Вот отсюда пойдет пять клеточек в бок. Одна, вторая, третья, четвертая и пятая. Пять клеточек тоже у нас готово. Тут ставлю одну клеточку вот тут вот. И, ребята, теперь смотрите внимательно, вот от этой клеточки, вот этой вот, вот видите, вот этой клеточки пропускаю наверх. Раз, два, две клеточки, на третьей ставлю одну клеточку и сразу же вторую клеточку ставлю. Тут поставлю одну клеточку и в бок сразу же раз, два, три, три клетки. Тут теперь две клеточки, и еще две клеточки, и четыре клеточки лесенка на низ. Типа вот такой вот Типа вот так вот. Раз, два, три, четыре. Есть. Вот так вот. Бок пойдет теперь тут отсюда вот. Четыре клеточки. Раз, два, три, четыре. Тут ставлю одну клеточку, тут ставлю вторую, тут еще одну, и тут так же самое две клеточки. Вот так вот все легко и просто. И отсюда вот теперь пойдет две клеточки, на низ поставлю вот тут одну клеточку, наниз поставлю две клеточки и пять клеточек на низ. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Пропускаю от этой клеточки семь клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И ставлю на восьмой вот так вот две клеточки еще. Вот, вот, вот. И все простенько. Ладно, ребята, нажимайте на паузу. Если вы вдруг со мной не успели, дорисовывайте, потому что я сейчас приступаю это все дело закрашивать. Окей, поехали закрашивать. У нас практически пол лица готово. Осталось только тут добавить одну клеточку, потому что я ее забыл и пропустил. И все, это у нас точно пол лица уже точно 100% готово. Теперь я пропускаю вот отсюда вот, три клеточки. Ровно по центру три клеточки пропускаю. Вот так вот: раз, два, три. И на четвертый, так сказать, ставлю 5 клеточек наниз. С этой раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. 5 клеточек. Тут поставлю 1, 2, 3, и тут одна клеточка. Это будет носик нашего ГОКу. Теперь вот от этой клеточки пропускаю одну клеточку, так сказать. И 8 клеточек убок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. С этой стороны, так же самое, тут пропускаем, как бы, и ставим 8 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот так. Теперь вот тут -вот пропускаю две клеточки. Как бы вот тут на ней спускаемся через одну, и тут ставим две клеточки. И тут ставим тоже две клеточки. И тут дополняем. Тут получается как бы 7 клеточек. Но не как бы, а реально 7 клеточек получается. Теперь, ребята, переходим на эту сторону. С этой стороны будем продолжать все рисовать. Поехали. Окей. Тут ставим э, на низ две клеточки. Раз, два. Вот видите, вот прямо вот тут вот. Теперь ставим раз, два, три. Тут поставим одну, тут поставим вторую. На низ теперь опять раз, два, три, три клеточки. С отсюда, ребята, смотрите. Пойдет 9 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 клеточек есть. Теперь 5 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять. 5 клеточек тоже у нас готово. Тут поставлю одну клеточку, тут поставлю вторую клеточку. Тут тоже поставлю вот тут вот одну и вторую клеточку. И вот тут вот у нас пойдет раз, два, три. Три клеточки. Тут ставлю две клеточки. И вот отсюда вот ставлю тут две клеточки. Ставлю теперь одну клеточку. И на низ, на низ пойдет теперь раз, два, три, три клеточки. Тут поставлю одну вторую, третью и четвертую клеточку. Теперь отсюда вот продолжаем. Вот тема тут продолжали. Отсюда мы продолжаем рисовать. Так, тут ставим раз, ну, из двух клеточек, два ряда из двух клеточек, три ряда из двух клеточек, четыре ряда из двух клеточек, пятый ряд из двух клеточек и шестой ряд из двух клеточек. Получается тут, ребята, шесть рядов. Не перепутайте только. Теперь в бок. Теперь тут пойдет две клеточки. Раз, два. Тут поставлю одну клеточку. И в бок еще две клеточки. И теперь 5 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Теперь тут еще две клеточки. Тут поставлю одну клеточку. Теперь еще две клеточки. И наверх 7 клеточек. Ну, конечно же, лесенкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь клеточек. Вот так вот получается. Теперь наверх две клеточки. Теперь еще две клеточки. И наверх три клеточки. Раз, два, три. Вот так вот. И еще тут вот две клеточки. Вот такой уже как бы получается прикольный. Кстати, мне уже нравится. Теперь тут ставлю вот от этих трех клеточек, тут где были три клеточки, ставлю тут одну клеточку и вторую. Теперь пропускаем, как вы видите, тут идет, видите, два ряда из двух клеточек и тут два ряда из двух клеточек. Поэтому возьмем вот этот вот ряд из двух клеточек. Тут поставим, смотрите, ребята, в бок две клеточки. Тут наверх поставлю раз, два. Теперь на низ пойдет сразу же 8 клеточек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 клеточек готовы. Теперь у бок 2 клеточки. Вот тут вот. Тут поставлю, ребята, вот тут вот одну клеточку. Тут поставлю вторую клеточку. И на низ 5 клеточек. Раз, два, три, 4, 5. Вот так вот. Ребята, тут где идут лестники 7 клеточек. От первой клеточки вот. Вот идет первая. И на второй клеточке, ребят, смотрите, ставим тут раз, два, две клеточки на низ. Теперь пойдет на низ сразу же три клеточки. Раз, два, три. Вот так вот. Теперь две клеточки. Еще раз две клеточки, еще раз две клеточки, еще раз две клеточки. Тут четыре получается, а нам нужно сделать пять. Прям чтобы совпало вместе с вот этой шестеркой двое. Окей, тут у нас все готово и все понятно как бы. Теперь, ребята, мы пропускаем тут всего лишь три клеточки. Вот тут вот назад. Раз, два, три. И на четвертой ставим... Две клеточки. Теперь раз, два, три, три клеточки. И еще две клеточки добавляем. И теперь нам нужно, естественно, нарисовать ему кадык. Ведь он же мужик. Тут ровно по центру. Вот тут, где у нас идет подбородок. Тут, где пишется 1, 2, 3, 4, 5. На третьей пропускаем одну клеточку. И ставим тут одну клеточку. Вот так вот. Теперь пропускаем две клеточки. Раз, два, и тут ставим на третьей клеточке еще одну клеточку, тут вторую клеточку, и тут так вверх такие вот две клеточки. В принципе, ребята, все это уже и можно закрашивать. Чем я сейчас и займусь. Если вы, ребята, за мной не успели, то обязательно сейчас нажимайте на паузу, дорисовывайте и, конечно же, продолжайте рисовать вместе со мной. Ну, а я начинаю все это дело закрашивать. Поехали! Теперь, ребята, нам остался всего лишь тут последний штрих из черного цвета. Нам надо ставить тут раз, два, три, три клеточки отступаем. Тут поставим, ну как бы тут пропустили три клеточки, прям как тут. Тут ставим то же самое две клеточки, тут раз, два, три клеточки и тут две клеточки. Мы их, естественно, сразу же начинаем закрашивать. И вроде бы все, нам больше сегодня черный цвет точно не понадобится, а понадобится в следующих видео, в дальнейших видео. Так что, надеюсь, он нам сегодня уже не понадобится. Ну, вроде бы все закрасил черным цветом то, что можно и то, что даже не можно. Теперь, ребята, я беру бежевый фломастер, обычный бежевый цвет. И смотрите, начинаем рисовать ему лицо, а точнее закрашивать ему лицо. Для этого нужно бежевый цвет или легкий персиковый цвет. Так, вот тут пропускаем две клеточки, да, вот отсюда. Ставим тут раз, два, три, четыре. Четыре клеточки. Мы их, естественно, сразу же закрашиваем, чтобы она не мозолила нам глазики. Вот такой. Да? Теперь, ребята, вот отсюда вот, вот это один, единственные клеточки. Тут ставлю одну клеточку, тут одну, тут одну, тут поставлю еще одну клеточку. Наверх теперь пойдет 6 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут поставлю 1, 2, 3, 3 клеточки. Тут поставлю одну клеточку. На низ 2 клеточки. И на самый низ 8 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Их я, естественно, тоже вот так вот ограждаю. Вот так вот все. Вот таким вот образом, вот так вот быстренько. И просто. Так мы их ограждаем. И тоже, естественно, закрашиваем. Теперь, ребята, займемся вот тут вот, под нижним вот этим вот веком. Пропускаем тут две клеточки и через одну тут ставим одну клеточку, вторую, третью, четвертую и пятую. Пять клеточек. Тут, ставим, тут ставлю одну, тут ставлю еще одну и тут ставлю две клеточки. Тоже их мы вот так вот, естественно, соединяем. И все закрашиваем внутри. Вот так вот. Переходим сразу же сюда. Теперь, ребята, тут смотрите, тут вообще легкотня, легко и просто. Тут ставлю просто одну клеточку, тут ставлю вторую клеточку, тут ставлю еще одну клеточку, тут вот точнее. Тут еще две клеточки и тут одна клеточка. Вот это вот всю часть я ограждаю. И вот это вот все внутреннее я закрашиваю. Вот так вот. Теперь, ребята, переходим к этой области лица. Это область лица самая большая и закрашивание вот таким вот цветом. Тут отступаем раз, два, три, три клеточки. Вот так вот. Тут пропускаю одну клеточку, ее мы не закрашиваем. В бок пойдет вот сюда вот, вот отсюда вам. Вот это, вот отсюда вот тут вот, вот, две клеточки, мы тоже тут не закра, тут не закрашиваем. Дальше идем. Тут, ребята, тут две клеточки. Вот эту клеточку мы не закрашиваем. Вот эту клеточку мы закрашиваем. Вот это мы не закрашиваем, вот это мы закрашиваем, вот это не закрашиваем. В общем, ребята, видите, вот эти вот клеточки мы не закрашиваем, так же самое, как и вот эти вот, которые идут лестникой. Мы их просто вот так вот ограждаем, чтобы на них, на случайно не задеть. Эти будут клеточки совсем другого цвета. И так же само, так мы тут ничего не трогаем, мы как бы тут все оградили. Теперь переходим вот сюда вот, и от третьей клеточки вот тут вот идем наверх две клеточки. Вот так вот две клеточки пошли. Теперь в бок Теперь раз, два, три, три клеточки. В бок пойдем сразу вот сюда вот. Примерно вот тут вот будет. Также, ребята, вот сюда вот пойдем вот так вот на три клеточки. Вот тут вот будет примерно идти. Та же мы отсюда вот тоже пойдем. Вот тут вот огородили, да, вот тут огородили, тут огородили. Теперь вот тут вот ограждаем сразу же 5 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять. Вот тут вот закругляемся. И вот тут вот, вот это ограждаем тоже. Одну клеточку белая будет. И тут тоже одна белая клеточка. Вот эти вот белые клеточки, вот тут белые клеточки. В общем, ребята, нажмите на паузу и закрасьте точно, как я. Ну, а я все это внутри начинаю закрашивать. Поехали. Теперь, ребята, ограждаю тут одну клеточку бежевым и тут одну клеточку бежевым. Теперь оградим-ка мы вот здесь вот. Раз, два и три. Три клеточки оградили. Также оградим тут одну клеточку. Вот тут вот. На низ пойдет раз, два, три. Три клеточки ограждаем. И тут тоже вот так вот ограждаем на низ две клеточки. Вот эту вот часть, ребята, полностью всю закрашиваем, кроме вот этих вот клеточек. Вот этой. Вот этой клеточки мы не закрашиваем. И вот эту клеточку тоже мы не закрашиваем. Все остальные вот эти вот части мы все закрашиваем. Поехали. Поехали. И бежевым цветом нам осталось всего лишь закрасить вот здесь вот. Тут отступаю, вот, ребята, вот от этой клеточки. Тут, как вы видите, две пропустили. И тут на третий вот тут вот идет. Мы тут пропускаем две клеточки. Тут поставлю одну клеточку вот так вот. Тут тоже пропускаем, тут пропускаем, тут пропускаем, тут пропускаю. Вот сюда тоже, вот сюда вот зайдем, да. Тут поднимемся наверх, пускай будет. Тут на низ и тут еще на одну на низ. Теперь тут на низ две клеточки, тут на одну и в бок. В общем, ребята, это часть закрашиваем. Если вы не поняли, как тут правильно закрасить, то посмотрите, как я сейчас нарисую. И вы закрасите точно так же. Только подождите одну секундочку. Вот тут, тоже не закрашиваю. Вот эту вот одну клеточку тоже не закрашу. Все. Все остальное мы закрашиваем. Только, естественно, я сейчас закрашу. Все это дело вы увидите, как оно должно выглядеть. И тоже закрасите точно так же, как я. Вот так вот. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть и тут чуть-чуть. Есть. Теперь, ребята, я беру желтый фломастер и приступаю рисовать ему уже волосы. Волосы одно из основных заданий у нас на сегодня. Закрашиваем, получается, тут одну желтую клеточку, да? Вот тут вот, вот. Тут закрашиваю сразу две желтые клеточки. Тут закрашиваю прям вот до сюда вот только. Ну, до вот этой клеточки. Тоже закрашиваю. И у меня получается вот такая вот первая часть закрашенных волосиков. Окей, okay. тут у нас теперь идет в бок 5 клеточек, вот отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 5 клеточек желтыми должны быть и тут 2 клеточки, вот так вот Мы их тоже сразу естественно закрашиваем, чтобы не томить, чтобы было все быстрее, все было интересней Теперь, ребята, пойдет 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, мы их тоже закрашиваем вот эти вот части желтым цветом, вот так вот Тут тоже закрашено. Да что вы говорите. В общем, ребят, смотрите, тут ставлю одну клеточку. Тут пойдет бок раз, два, три, четыре. Четыре клеточки вот так вот. Тут поставлю две клеточки. Тут поставлю раз, два, три, четыре, пять. И тут две клеточки вот так вот. Тут одна клеточка пойдет, тут одна клеточка. Теперь тут тоже, ребята, одна клеточка. И на низ до конца тоже вот так вот все по одной клеточке будем закрашивать и рисовать, естественно. Тут сразу же раз, два, три. Тут три клеточки. Переходим вот сюда. Вот, ребята, тут, тут ставим, ребята, 7 клеточек наверх. Вот этих, от этих трех ставим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь клеточек готовы. Теперь тут поставим две клеточки. Тут поставим одну, тут еще одну. И эту часть тоже будем полностью все закрашивать. Вот эту часть будем закрашивать, вот эту часть, вот эту. Также мы закрасим вот эту вот часть, вот эту вот, которая идет с этими вот штучками тоже мы закрашиваем вот эту всю внутреннюю. Теперь, ребята, переходим вот сюда. Вот тут ставим раз, два, три, четыре, четыре клеточки. Тут пойдет теперь раз, два, три, три клеточки. И в бок две клеточки. Вот так вот. Теперь, ребята, вот отсюда вот пойдет раз, два, две клеточки. В бок пойдет теперь раз, два, три, четыре, четыре клеточки. Тут пойдет две клеточки. Тут пойдет еще две клеточки. И тут одна клеточка. Если вам, ребята, что-то непонятно, просто расставляйте, как я вам говорю. И потом вы увидите. Все в дальнейшем будет все просто супер будет. Пока не берите в голову, просто расставляйте, как я все это дело расставляю. Теперь, ребята, переходим сюда вот. Тут ставлю одну клеточку. Тут поставлю вторую и третью. Вот так вот. Наверх раз, два, три, четыре, пять. Пять клеточек. И тут ставлю раз, два три, клеточки. Тут поставлю одну клеточку желтую, и тут у нас будет закрашена вот эта вот вся троечка из клеточек. Вот, вот, она. Так же самое, как и тут, вся троечка из клеточек будет закрашена. Теперь, ребята, все, теперь осталось последнее. Тут поставим одну клеточку, тоже вот так вот закрасим ее. В общем, ребят, смотрите, мы вот это вот ограждаем, да, вот. Вот эту часть мы все ограждаем. Так, так и так. Тик. Эту часть мы, ребята, ограждаем и всю эту часть, естественно, закрашиваем. Поехали. Смотрите, ребята, тут ставлю раз, два, три. Три клеточки вот тут вот. Ну, вот так вот и вам будет понятней. Вот тут вот поставил три клеточки, тоже их мы, естественно, закрашиваем. Вот так вот. Тут эту клеточку, естественно, мы не трогаем потому что я ее я же ее не трогаю, правильно? Окей, теперь смотрите, тут отделяю тоже вот эти вот 7 клеточек, тут 2 клеточки, тут одна, -да тут одна. -да эту часть тоже я закрашиваю прямо вот до сюда. Тоже тут ограждаю только. Вот так вот. Прям до сюда вот эту вот часть тоже все закрашу желтым. Поехали. Только смотрите, ребята, вот эти вот белые, вот видите, посередине тут белые клеточки идут, их мы вообще не трогаем. А вот это все остальное закрашиваем, естественно. Теперь, ребята, тоже тут отделяем и тоже закрашиваем. Тоже вот эти вот все по одной клеточке мы закрашиваем. Вот эти три закрашиваем и вот эту одну тоже закрашиваем. Отлично. Теперь, ребята, переходим вот сюда вот. Тут мы, смотрите, тоже все вот это вот дело отделяем, естественно, вот так вот, так, так, так. Тут так наверх пойдет. И эту всю часть тоже мы закрашиваем, только вот до этих клеточек, естественно. Все, закрашиваем, поехали. Не стоим, не смотрим, или не сидим, не смотрим. И тут еще одну клеточку я тоже закрашу. Вот так. Тут закрашу тоже вот эти вот желтые клеточки, которые тут стоят, которые превратились в маленькие микстурки какие-то. Теперь закрасим вот эту клеточку, вот эти две клеточки, вот эту одну клеточку и вот эти две клеточки тут тоже закрасили. Также самое закрасим тут желтым цветом вот эту часть, вот эти бровки тоже мы закрасим. Вот это вот есть. Теперь ребята вот это тоже закрашиваем. То, что мы отметили желтым цветом, вот это все по одной клеточке вот это вот кропотливая работа, но, конечно, прикольный выходит результат. И при этом вы, так сказать, релаксируете, отдыхаете от всяких ненужных мыслей рисованием что-то нечто крутого. А это реально крутая вещь, я вам так скажу. Тут, ребята, тоже мы желтым цветом закрашиваем все. Ну что ж, ребята, с волосами покончено, мы уже их нарисовали, вот эти вот белые части, которых волос вы видите, это всего лишь блики наших волос будут. Окей, ребята, нам осталось всего лишь закрасить глазки, зрачки глазок зеленым цветом, и нам осталось закрасить цвет кожи нашего героя. Тон мы основной придали, и осталось его всего лишь закрасить. Чем его можно закрасить, ребят? Вы можете взять, так как я возьму темно-бежевый, такой более темно-бежевый пастельный тон темно-бежевого цвета фломастера, но у вас, скорее всего, его не окажется, поэтому... Поэтому идеально подойдет обычный карандаш. Обычный карандаш именно коричневого цвета. Возьмите либо светло-коричневый, либо темно-коричневый цвет. Но лучше всего светло-коричневый карандаш вам больше всего сюда подойдет. И можете все это дело закрашивать. Только, ребята, если вы не хотите рисковать, можете так его и оставить. Потому что он и так и так уже прикольно выглядит. Ну а я, естественно, все это закрашу и доделаю. В общем, ребята, поехали его закрашивать. Аккуратно только будьте с этими частями, чтобы не зайти на них случайно. лишние части я отрезал. Теперь это я беру зеленый фломастер и закрашиваю глазки. И, ребята, у меня получается вот такой вот крутотейший, класснейший, крутотейший просто Гоку. Выглядит он очень круто, очень классно, очень прикольнюшный просто. Он мне очень, очень сильно нравится. Это один из самых моих больших пиксель-артов. Если вы, ребята, еще хотите такие пиксель-арты анимешные в таком большом формате, и чтобы они вот такие вот были большие, красивые и интересные, то, конечно же, ставьте ваши лайки и подписывайтесь на канал. А на этом все. Всем пока, ребята, всем пакетовки.